هل لي من توبه؟ فقال ابن عباس: твоя мать живая? امك حيه؟ Тот ответил: нет. Тогда иди и покайся. И проси у Аллаха прощения, и старайся не пропускать ни одно доброе дело, которое ты в силах совершить. Когда тот человек ушел, у Ибн Аббаса спросили: а зачем ты узнавал о его матери? Ибн Аббас ответил: внимание, запомните это, возьмите его в рамки и держите перед своими глазами постоянно. Я не знаю ни одного деяния, которое было бы дороже Аллаху хорошего отношения к родителям. Я не знаю ни одного деяния, которое было бы дороже Аллаху хорошего отношения к родителям. Также в Адабуль-Муфраде передается, что кто-то спросил Ибн Умара про большие грехи, в которые он впал. Что он сделал то-то и то-то из больших грехов. Зина, убийство. Забрал не по праву имущество сирот. Ибн Умар спросил его: живы ли твои родители? Живы ли твои родители? Тот ответил: только моя мама. Ибн Умар сказал ему: клянусь Аллахом, если ты будешь обращаться к ней ласково и будешь кормить ее, ты войдешь в рай, если не вернешься к тому, что делал. Аллах велик. Если твоя мама жива, говори с ней ласково, корми ее с руки. Разве не позорно, когда сын живет, не отказывая себе ни в чем, кушая все, что пожелает, в то время как его мать находится в нужде? Разве это не позорно? Сын живет в наслаждениях, в то время как его мать находится в нужде. Позор для тебя, если ты одеваешься прилично, одеваешь своих детей и жену в дорогие наряды, а твоя мама не находит, что одеть, одевается в лохмотье или носит старые, штопанные вещи. Позор тебе. Если бы ты разговаривал с ней и кормил ее, оставил бы большие грехи, ты бы вошел в рай. Аллах велик. Аллах завещал нам исполнять обязанности перед родителями и обратил особое внимание обязанностям перед матерями. И остерегает нас, наша религия, ослушаться родителей. Особенно матерей. Передается в сборниках имамов Аль-Бухари и Муслима слова Мугиры, да будет доволен им Аллах, от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который говорил: запоминайте, Аллах запретил вам ослушание родителей, отказы и просьбы, и заживо хоронит девочек, и не желает для вас, чтобы вы занимались пересудами, и задавали много вопросов, и просили много людей, и расточительство своего имущества. Мне повторить? Аллах запретил вам ослушание ваших матерей, и отказы, и просьбы. То есть, что значит отказы и просьбы? Это просить свое и не отдавать чужое. Это плохо. Мы знаем, что каждой вещи имеются свои права и обязанности. У мужа есть права, которые должна соблюдать жена. Обязанности перед ней, которые должен выполнять он. У отца есть права, которые он должен выполнять. Есть обязанности перед сыном. Аллах запретил вам ослушание родителей, отказы и просьбы, и заживо хоронить девочек. Это убийство новорожденных девочек. Известно, что арабы до ислама так делали. И не желают для вас. То есть тоже запрещено, чтобы вы занимались пересудами. Пересуды — это говорить о том, что не знаешь достоверно. Слухи, разные сплетни, пустая болтовня. И как сказал пророк: кто верит в Аллаха и в судный день, пускай говорит только хорошее или молчит. И не желает для вас, чтобы вы занимались пересудами и задавали много вопросов и просили много людей. Вопросы о бесполезных вещах или просить людей без необходимости. Дорогие братья, послушание родителей из признаков приближения судного дня. Послушание родителей распространилось в обществе, дорогие братья. Сильно распространилось. В газетах написали про парня, который убил своего отца, чтобы забрать деньги на пачку сигарет. Попросил у отца деньги, а когда тот сказал, что нет денег, а курить запрещено, парень сказал: есть у тебя, сколько хочешь есть, и ударил его топором. Ради пачки сигарет, ради порции никотина. Разве это не горе? Большое горе. Смерть. Очевидная смерть. Из малых признаков близости судного дня — ослушание детей своих родителей, особенно своих матерей. В известном, достоверном хадисе от Джибриля он спросил пророка: «Когда судный час?» Пророк ответил: «Тот, кого ты спрашиваешь, знает об этом не больше тебя». Джибриль спросил: «А какие же признаки его приближения?» «Женщина родит свою госпожу,
И ты увидишь, что босоногие, которым нечего было одеть, бедные, пастухи овец, строят высокие дома. Клянусь Аллахом, мы видим, что это случилось. Насчет слов «женщина родит свою госпожу» есть разные толкования. Из них, что дети будут обращаться с матерями, как будто она их прислуга. Сын будет обращаться с матерью, как будто она его служанка. И это случается. Сын говорит матери: «Где моя рубашка? Почему ты ее не постирала? Ты еще не зашила пуговицу? Чем же ты занималась? Разве не говорил тебе, что я спешу?» Так обращаются со служанкой. Это наше общество. Помни, твоя мама, твоя госпожа и твой венец, твой отец, твой господин и твой венец, они причина того, что ты вообще существуешь на этом свете. И Аллах говорит: разве за добро не добром благодарят? Непослушание родителей есть причина наступления бедствий, болезней и нужды. Люди жалуются: не знаю, что со мной, постоянно какие-то заботы, материальное положение скудное. А ты посмотри на себя, может, ты не послушен родителям? Может, другие грехи? Распространилось нечестие на суше и на воде из-за того, что люди натворили. Послушай этот хадис. Передает имам ат-Тирмизи в книге Сунна. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Когда люди из моей уммы станут совершать 15 поступков, их постигнут бедствия». И упомянул среди них, когда мужчина станет подчиняться своей жене и ослушаться маму. И это случилось. Если у кого-то женушка решила пококетничать, станет капризничать и скажет, что у нее болит голова, ее муж бежит с ней к врачу. А у его мамы может быть давление, сахарный диабет, у нее больные почки, печень, весь перечень болезней, а ему жалко для нее лекарства купить. Накормите ее. Когда муж станет подчиняться своей жене и ослушаться своей маме: «О мой сын! О тот, который балует жену за счет матери! О мой сын! О тот, который лишает свою мать и дает жене! Если ты балуешь свою жену и несправедлив к матери, то эта самая жена при таком поведении приведет тебя прямиком в ад». Разве ты никогда не читал в Коране слова Аллаха: «Воистину, среди ваших жен и ваших детей есть враги вам. Остерегайтесь их. Вы их любите, а любовь ослепляет и затмевает разум. И он будет себя вести так. Это может привести в огонь. Не забывай, что рай находится у ног твоей матери, а не жены. И не думай, что я велю тебе быть несправедливым к жене. Нет. Но побойся Аллаха в твоей матери. Мать достойнее и прежде всего». У нас звонок. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салям ва рахматуллахи ва баракату. Звонок из Египта. Пожалуйста. Спасибо. Я бы хотел спросить у вас. У моего мужа начинается поездка, и он хочет забрать меня с собой. Но моя мать привязана ко мне. Я у нее единственная дочь, и она взрослая женщина. Я боюсь того, что она может заболеть или ослабеть. Если я не поеду с ним, запрещает ли это ислам? А он настаивает на том, чтобы ты ехала с ним? Да. У тебя есть сестра? Нет, кроме меня у нее нет детей. А у мамы есть родные? Да, у меня есть тетя и дядя. То есть они могут присмотреть за твоей матерью? Да, но они живут отдельно и не очень дружат. А твоя мама нуждается, чтобы ухаживали за ней? Ну, или она здорова? Нет, сейчас она здорова. Только я боюсь, если я поеду с мужем, то она затаит обиду и будет мною недовольна. А потом, не дай Аллах, если что-то случится непредвиденное, то я буду переживать, что она осталась злая на меня. Поездка мужа на длительное время? Да. По правде, в этом случае подчиняться своему мужу более важнее, чем подчиняться матери. Мужа надо слушаться, пока он не велит запретное. А жена идет за мужем, куда бы он ни пошел. Но попытайся поговорить с ним мягко. Может, вы ее заберете с собой, может, получится навестить ее. Поговорите с ним спокойно, постарайтесь найти компромисс. Но если муж будет настаивать на своем, надо будет его послушаться. Да воздаст вам Аллах добро. Можно ли попросить у вас ваш номер телефона, если вдруг нужна будет ваша консультация? И вам Аллах воздаст добро. Телефон узнаете у оператора, он вам скажет. У нас еще один звонок. И опять из Египта. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Разрешите, шейх Мусад? Ради Аллаха, шейх. Да, пожалуйста. У меня очень серьезный вопрос. Говорите, пожалуйста. У одной женщины умерла тетя. Детей у нее нет. И вот через некоторое время
Эта женщина взяла из ее наследства деньги, золото, и купила на них землю. Потом все-таки выяснилось, что у покойной остались наследники. У покойной остался муж? У покойной остался муж? Нет, нет, ее муж давно умер. Хорошо, а родители у покойной остались? Нет, у нее нет никого. И сестер нет? И сестер нет. Не-не-не, сестра есть. Так ее сестры же являются законными наследниками, сестра моя. Эта женщина должна вернуть все наследство покойной обратно. А потом оно делится между наследниками по шариату. Вместе с землей? Полностью. Значит, полностью, да? Ну ладно. Да благословит вас Аллах. Дорогие братья, ислам придает большое значение обязанностям перед родителями. Мои братья, отец, его значение в исламе большое. Перед мамой большие обязанности, и их не исполнять опасно. Послушайте хадис. Клянусь Аллахом, один из самых удивительных хадисов, который я прочитал. Кто-то может заявить, что выполнил весь долг перед матерью. Я ее обеспечивал, забрал ее в хадж, и все, что на мне лежит, я исполнил. Но это неправда. Никто из нас не выполнит полностью долг перед матерью и отцом. Только в одном случае можно выполнить долг перед родителями, и это в наше время невозможно. Знаете, что это? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, «Не исполнит никто долг перед своими родителями, кроме человека, у которого родители находятся в рабстве, и он выкупит их и дарует им свободу». Понял, как ты можешь исполнить свой долг перед родителями? Если бы ты нашел родителей в рабстве, выкупил их и даровал им свободу, но твои родители не в рабстве. Они родились свободными, и их родители были свободны. Что бы с тобой ни делали, что бы ты ни делал, ты не исполнишь своего долга перед ними, если только ты их не выкупишь из рабства. Хорошо. Сейчас у нас звонок, а после я расскажу вам удивительную вещь. Ассаламу алейкум. Да воздаст вам Аллах добром, о брат Мусад. Сестра Умайя, дай Бог вам долгую жизнь. Брат Мусад, я хочу попросить вас о том, чтобы вы рассказали про воздаяние за хорошее обращение с матерью. Слушаюсь. Да, и еще. Аллах, когда умирает мать человека, взывает к нему, мол, умерла та, из-за которой я благоволил тебе. Не могли бы вы прокомментировать это? Нет, это недостоверно. Да, некоторые проповедники упоминают это в своих проповедях, что когда умирает мать, ангелы взывают к человеку, умерла та, из-за которой мы тебе благоволили, так делай добро, мы будем благоволить тебе. Но это недостоверно. Да воздаст вам Аллах добро. Ассаляму алейкум. И тебе, сестра. Валейкум ассалям. Ассаламу алейкум. Ассаляму алейкум. Валейкум салям. Пожалуйста. Вы в эфире? Если позволите, у меня два вопроса. И да благословит вас Аллах. Первый вопрос. У меня взрослая мать, и она всегда говорит, я хочу, чтобы вы меня похоронили в родном селе. Наше родное село очень далеко, а мы сами живем в Каире. И наши родственники, они все похоронены тут, в Каире. Так как нам поступить? Исполнить желание матери? Уговорите ее, чтобы она была похоронена тут. Если будет настаивать, то это завещание становится обязательным, потому что оно не противоречит религии. И Аллах знает лучше. Хорошо. Тогда второй вопрос. Да благословит вас Аллах. Точнее, у нас к вам просьба. Пожалуйста. Мы семеро детей дома, братьев и сестер. И у нас проблемы с женитьбой. Это, конечно, испытание Аллаха. Вы бы не могли попросить для нас Аллаха, чтобы Он облегчил нам наши дела? Да воздаст вам Аллах благом. Хорошо. Прошу Аллаха. Да воздаст вам Аллах благом. Прошу Аллаха, чтобы Он облегчил вам замужество и вашим братьям хороших, добродетельных девушек. Аминь. Есть еще звонки? Хорошо. Послушайте теперь этот удивительный хадис. Передает его имам Хайтами в Маджмуатуль-Завайди от Бурейды, в котором он сказал, «Однажды мужчина пришел к пророку, да благословит его Аллах, и приветствует, и сказал, «О посланник Аллаха, я перенес свою мать на своих плечах два фарсаха под сильным, палящим зноем. Если бы выкинул кусок мяса на песок, он бы зажарился. Теперь я отблагодарил ее сполна». Пророк сказал, «Быть может, это послужит благодарностью за одну схватку, которую она перенесла». Слышишь ли ты, о раб Аллаха? Человек, который перенес свою мать на своих плечах больше 5 километров под знойным солнцем, песок, который был под ногами, был как раскаленные угли, и спрашивает, «Отблагодарил ли я ее сполна?»
Пророк ему отвечает, что может быть, заметь, это не точно, а может быть, что ты сделал то,